Сарочная, фермер, 3 на 6, брус 100 на 100. С одной стороны форточка с дверью, с другой сплошная дверь с маленькими форточками. Румуга коньковая. Фермы усиленные, двойные. Всем, кто сейчас смотрит канал «Уральская усадьба», привет! Сегодня у нас 30 апреля 2017 года. Сделали мы теплицу «Фермер». «Фермер» цинк шириной 3 метра, длиной 4 метра. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 20. Труба оцинковка. По торцам установлены цельные двери, поликарбонат 4 мм, 0,72 плотность. Арки выполнены в виде ферм. Также у нас установлена коньковая фрамуга с ручным управлением. И вся конструкция у нас стоит на брусе 100 на 150. Брус пропитан антисептиком. И установили систему подвязки, 3 нитки на всю теплицу. Это уже не первая теплица на этом участке. 2 года назад клиент заказывал практически точно такую же. Фермер тоже. Все то же самое. Такой же брус 100 на 150. Арки в виде ферм. Труба 20 на 20. Оцинковка. 2 года стоит, как мы видим, теплица в очень хорошем состоянии. Клиенту это понравилось. Он решил вторую установить такую же. Вот новая. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока. Теплица арочная VIP, фермер, 3 метра шириной, 4 метра в длину. Установлена брус 100 на 100. Покрытие сотовый поликарбонат 4 мм. Имеется дверь-форточка в одном торце. И дверь-форточка в другом торце. Труба 20 на 40. Подпирающая 20 на 20 в виде фермы. Укреплено на брус. В другом торце тоже дверь-форточка. Арки усиленные. Снеговые нагрузки до 400 кг. Теплица «Фермер» 3М VIP. Две двери с форточками. Перфолента. Форточки с термоподъемниками. Система подвязки. У заказчика тут стояла раньше старая теплица. Фундамент приварились, подкрасили.